Все знают свои задачи. Начинаем. Дефор, Бронсон, Инхуд справа. Я, Хорнстер и Крокер слева. И не облажайтесь. За мной.
Я впереди. Рассредоточились! Где был? Шестой, я кулак Альфа. Первый этап завершил. Собираюсь войти внутрь, уничтожить командира и взорвать все к чертовой матери. Прошу разрешения на выполнение. Прием. Понял, кулак Альфа. Другие команды готовы. Авиация на подлете. Продолжайте согласно плана. Прием. Вас понял. Кулак Альфа. Конец связи. Сейчас станет жарко. Надо было быть осторожнее. Ну, двинули! Рванули!
гонки! В атаку! Черту. Наверное, стоит все это забрать. Кажется, все собрано. Теперь можно заняться цистернами. Надо быстрее бежать к остальным. Засранцы. Шестой. Я кулак Альфа. Все прошло успешно. Мы на посадочной площадке. Ждем вертушку. Здесь становится жарко. Поторопите их. Прием. Понял, кулак Альфа. Хорошо поработали, ребята. Стрекоза один идет за вами. Они выйдут на связь. Прием. Вас понял. Кулак Альфа. Конец связи. Я впереди.
Идем. Я впереди. Стрекоза, я кулак Альфа. Ребята, поторопитесь. Вы видите наш дым? Прием. Я Стрекоза один, кулак Альфа. Здесь все в дыму, но я заметил вас, желтый. Подхожу. Буду через секунду. Прием. Вас понял. Быстрее, ребята, а то здесь становится жарко. Кулак Альфа, конец связи. Шестой. Команду идут из района цели через 6-0 секунд. Начинайте заход по готовности. Цели отмечены. Прием. Вас понял, шестой. Приближаюсь к цели. Груз доставим через 4 минуты. Принимай подарки, дедуля Хо. Ухомойка, конец связи. После уничтожения базы северных вьетнамцев, активность вьетконговцев значительно снизилась. Внезапно оказалось, что Чарли не прячется за каждым деревом. Очень редко они пытаются потревожить деревни и наших новых друзей и союзников, горцев. Обычно мы очень быстро пресекаем эти попытки. Да, дорогой дядюшка Хо, в город приехали зеленые береты.